Привет! Ты на канале Кай Стриер, и мы продолжаем играть в эту версию рогалика «Блуждающий путь». Итак, я разблокировал все предметы. Их аж 16 штук. Погнали посмотрим, как меняется игра. Так, с чем будем играть? Давайте сначала с классикой. Трость и гриб. Щит герба. Выбросьте реликвию, и ее атрибуты не исчезнут. То есть мы прокачиваем и выбрасываем. Ну, продаем. Атака, защита, все есть. Давай еще атаку. Быстро будем убирать противника. Так, прокачаем и выбросим. За ресурсами. Маловато ресурсов. Еще атака. Давай на грибочек. Предметов маловато. Погнали в магаз. Может, выловим что-нибудь новенькое. Давай еще атаку. Давай реролл. Перчатка чемпиона. Шанс на крит плюс 5% за каждый раунд атаки. После успешного крита бонус обнуляется. Неинтересно. Манекен ниндзя. Получите иммунитет при получении смертельного урона. Исчезнет после вызывания 3 раз. Вот это возьмем. Вот отстой. Копье. При атаке противника с максимальным запасом здоровья атака увеличивается на 2. Ага. А, теперь он уже не с максимальным здоровьем. Могучий враг. Угу.
Так, ну могучий враг. Вылезайте, пауки. Из-за вот этого утырка не максимальная хпшка у них, прикинь. А, ну подожди. Блять, как так-то? А у кого здесь максимальная хпшка-то? Утырок мерзкий. Вот у него, типа. Ну я-то получу от двоих. Ну тут сдохнешь просто. Так, сундук хотя бы нашли. Купон на скидку. Ролл. На 20% дешевле. Каждое очко удачи увеличивает шанс выпадения предмета. При убийстве врага предмет. Нужен мне предмет. Карта бомбы. Давай еще что-нибудь. Падает монет, увеличивает. Ну мы это и посмотрели. О, голубая жемчужина. Защита за каждое свободное место в рюкзаке. Вот. Сука. Получай. Да возьми купон на скидку и делай себе роллы. Замочить, падла. Думал, тебя не замочу. Думал, испугаюсь. Че подобного. Надо хпшку вообще увеличивать. Какая-то хпшка маленькая. Ну, птичка. Не хватает монет. Как не убить птицу-то? Смотри, теперь я даю 3 к защите. Я продаю. Защита не просто не уменьшается на 3. А она увеличивается за счет жемчужины. Вот это грамотно и четко. Метательные ножи, нет, да что-нибудь еще. Ягодки. Лечится при смене локации. Вот, хорошая вещь. Получай, птица.
уже урон подрос. Еще один манекен. Да не, ну мне не нужен еще один манекен. Давай свинью копим. Так, за алтарем. Могучий враг, вот это хорошо. Тот, у кого большая хпшка, больше огребает. Ну, лучше просто себя огребали больше. Так будет веселее. Природный щит. Каждое очко защиты увеличивает хпшку. Вот это неплохо. Хп сразу плюс 11. Ну это так. Наглец какой. Тебе дам сейчас. Ну где дракон это? Пусть вылазят. Всех замочил. Черная книга. Если убить врага, то увеличивается одна атака. Эффект исчезает после переключения сцены. Но атака минус 2. Да отстой какой-то. Алебарда на длинной рукояти. Вы атакуете, нанося другим врагам на поле 1 урона. Вот это супер крутая тема. Погнали за ресурсами. Так, значит, мы бьем одного, а огребают все. Хорош. Так, 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 погоди-ка, погоди-ка. Вот, отлично, отлично. Thank you.
алтарю. Давай еще атаку. Все огребают. Хорош. Щит. Но он занимает ячейку и дает защиту, поэтому как бы нормально. О, отлично, отлично. Так, вы атакуете, нанося другим врагам на поле 2 единицы урона. Ну, конечно. Так, бью крысу, а получаете... Получают все. Получай. Сука. Ну, как не убить его? Но он заслужил. Всех вынесу тут. Так, ну это классика. Давай что-нибудь поинтереснее. А, вот сыр. КПшка увеличивается, а сыр исчезает. Нормальная тема. Еще атаку. О, алебарда, 3 уровень. 3 единицы урона получают все. Охренеть. Ага, он вот этого сделал. Ну-ка. Так, погоди, погоди, а что мне еще можно улучшить? Мне много чего можно улучшить. Да, наверное, все-таки лучше атаку. Быстрая. Быстро всех ликвидируем и все. Ну, алебарда просто читерский предмет. Притом здесь маленькая атака, наверное, даже плюс. Наносишь какому-то слабаку единицу урона. А огребают все по 3.
Что-то я не помню, то он вроде как-то... А, у него то типа полная хпшка, ну типа самое большое значение, поэтому, наверное, завышает урон. А потом она падает, и этого не хватает. Хрень какая лютая. А, еще после смерти он снижает на 6. Ну, тут надо супер внимательно следить. Это для меня нереально. Предсмертные хрипы какие-то. Ну, погнали в магаз, еще посмотрим. Щит 3. Защиту отнимает 4. А, не лечится. Ну, конечно, конечно, конечно. Надо было другого, наверное, бить. Ладно, сейчас исправимся. Смотри, атака плюс 4, но есть шанс, что ты взорвешься и нанесешь себе урон 6 единиц. Давай так. Блять, у меня хпшка что-то... А чё он так падает-то? Так, ну у меня есть иммунитет. От смертельного. Охереть, и просто сдохнешь тут. От вот этого чувака. Так, бомбочка. Атака плюс 8. Шанс взорваться и нанести себе 6 единиц урона 14%. Как не хватает ресурсов? Ну как не хватает? Деревянный меч давай. Конец. Жалко. Так, ну давайте еще раз сыграем. Так, давайте с... зелье грибов. Так, да, зелье грибов и шар грибов. Так, может, посложнее будет. Восстанавливать хпшку при смене сцены.
к алтарю. Но у нас здесь и атака маленькая. У нас тут все маленькое. Неплохо, неплохо. Ну, на старте, смотри. У меня сколько тут? 2, 8. Охренеть. Ягодки еще можно улучшить. Так, за алтарем. Ну, защита 8, прям на самом старте. Давай еще что-нибудь. Бутылочка будет всегда. Давай щит, щит можно хоть улучшить. Ну, за ресурсами пойдем. Угу. За алтарем. Охренеть, у меня защита 12. Ну, смысла-то особо нет. На одного можно замочить. Из принципа. Обзнал, падла. Пугает. Защита уменьшается. Да ё-моё, что ты будешь делать? Нечего улучшать. Погоди. Ну, короче, с пауками мы не встретимся. Злого.
Как так-то? Магаз. Птичка мерзкая. Не валяшка. Убить всех врагов на сцене. Удача плюс один. А что ж ты раньше мне не пришла? Давай. А, всех. Блин, как же я всех-то убью сейчас? Что ж ты мне не сказал-то? Ну, а еще что-нибудь есть поинтересней? Хотя, в принципе, какая разница? Качаем удачу. Но мне кажется, мне не хватает немного ХП. Нечего улучшать. Что за дела? О, могучий враг. Но предчувствие у меня не очень хорошее. Не такой запас. Но они же пробивают дракона. Мгновенно убить противника. Ну, все равно это не очень прикольно. Красная книга. Атака за каждого раненого. Шляпа осьминога. После убийства можно восстановить 2 здоровья. Да зачем мне это? Я лучше куклу возьму, она будет сюда вампирить при каждой атаке. Не, лучше куклу. Ну, каждый удар тебя восстанавливает хпшку, или убийство 2. При этом ты можешь, чтобы каждая атака 2, но это лучше. Ну,
как так-то? Ну как так-то? Ну бесит. Бесит. Давайте еще разочек. Суки. Всех замочу. Где? Где нормальное что-нибудь? Давай еще что-нибудь хорошее. Давай плащ. А, мне надо было после лечения. Ну ладно. Сейчас со всеми разберемся. Хрень вообще будет восстанавливать хпшку. По одной единице с нашим. Что за хрень? Надо атаку срочно увеличить. Природный щит. Ну, природный щит — это классная тема. А еще что тут есть? Манекен ниндзя, вот мы возьмем что. А, все-таки все равно мне бомбочку это дают. Ну ладно. Охренеть просто, сколько надо мудохать.
Гаденыши. Может, манекен потратить? Ну, замочить их всех. Все-таки слишком я добренький с ними. Неправильно. Надо было чуть попозже. Так, это выход из леса. О, неплохо, неплохо. Всех замочить. Наконец-то сундук. Следующая атака. А что-нибудь попроще? Вот, давайте с бомбочкой поиграем. Нормальная тема. Огромный урон, но мы будем с вами взрываться. Хрень какая. Взрыв. Ну, гриб съел, и все в порядке будет. О, бумеранг есть. Ну давайте защиту. В магазин надо опять идти. Хорош. Дайте ножик. У меня еще и камней, оказывается, нет. Зашибись просто. Взрыв. Да не хочу я эту фигню. Взрыв какой-то. Какой нахрен взрыв? Шел отсюда, щенок. 6 единиц, можно сдохнуть. Подлечились. Всех замочили. За ресурсами. Еще ножик. Шел отсюда, щенок.
Взрыв. В магаз пошли. Предсмертный хрип. Вы что, совсем? Получай. Со своим хрипом. Получай. Получай. Кому сказал, получай. О, деревянный меч. Огромный урон. Мы просто будем выносить всех. Не хочется мне этот щит. Ну вот это четко. Спасательный шлем. Ерунда какая-то. Щит давай тогда. Черная книга. За одинаковые реликвии плюс 3 хп. Фигня какая-то. Меньше предметов, больше защиты. Тоже отстой. Атака минус 2, но если убить врага, плюс 1. Фигня какая-то. Яйцо дракона после прохождения 3 сцен превращается в детеныша. Конечно. Конечно. К алтарю. Пошел отсюда, щенок. Еще атаку. Семерку бьет. Ладно, еще взрыв, сука, надо контролировать, конечно. А это что было? А, он просто отвечает всегда. Сучий потрох. Так, ну можно щит, а можно оставить. Давайте пока оставим. Блядь, кровотечение, какое-то, сука, со взрывом. Так, выход из руин. Где мой дракон? Вот, детеныш дракона. 9 уровней. Объем здоровья 1, атака плюс 1. Проходишь сцену, уровень плюс 1. А так?
Второй уровень. Здоровье 2, атака плюс 2. Неплохо, неплохо. Природный щит. Плюс хпшка за каждую защиту. Пойдет. Бам-бам. Какие-то взрывы. Какие нахрен взрывы? Блять, два подряд взрыва, ну это почти невероятно. Как так-то? Здесь врезали, тут врезали. Что за херня? Надо быстрее ликвидировать. А, ну после убийства, конечно, там урон падает. Кто бы сомневался. А, каждую защиту, которую я увеличиваю, она мне 2 хпшки дает еще. Вот оно что. У меня же 2 природных щита. Давайте к алтарю. Дракон, 4 уровень, 4 хп, 4 атаки. Так, ну-ка, ну-ка. Надо атаку еще. Так, удача, фигня какая-то. О, алебарда на длинной рукояти. Пойдет. Так уж и быть возьму. Всем по щам. Шел отсюда щенок. Не дайте дракону. За ресурсами. Охереть, сколько каких-то взрывов, непонятно. Нельзя, он как раз и блокирует. Всех вынесем. К алтарю. Дракон, 7 уровень. Атака 26. Вот это отлично. Вот так надо выносить. Охренеть просто. Да еще что-нибудь. Еще один манекен. Давай, все, мы бессмертны. Хпшка 8, атака 8.
счастью, 9-9. Ну, можно защиту качнуть. Так, хпшка чуть подтянется. 16 хп потеряю. Ну ладно. Ну ладно, давай вот так. КПшка с ракет. Ну кто тут что может сделать? Еще атака. Герба. Вообще герба возьму. Ну вообще мне ничего уже не нужно. 16 хп. Ну и ладно. О! Смотри как. А, выход. Все. Достигли конца. Что ж, надо ждать полную версию. Ну, не все предметы тут хорошие. Так, неваляшка. Убей всех врагов. Удача плюс один. Каждое очко удачи увеличивает шанс выпадения карточки. Гербы. Защита и атака продаешь, атрибуты остаются. Так, перчатки. Шанс на крит. На 5 за каждый удар, а потом крит и все обнуляется. А здесь каждый урон увеличивает шанс на уклонение. Фигня. Так. Противника, если атакуешь с максимальным хп, атака плюс 2. Ну вот это вообще крутая тема. Атакуют всех. Так, шляпа. Здоровье при, наверное, крите восстанавливается и уклонение. Убийство восстанавливает хпшку. 2, наверное, 2-4, я думаю. Так, это хпшка за каждую защиту, это иммунитет. Здесь минус 2 атаки, но каждое убийство врага увеличивает атаку. Обнуляется каждую сцену. Плюс один к атаке за каждого раненого. Ну, дракон. Очень, наверное, тоже прикольная вещь. Можно, видишь, раскачать, наверное, 20% убить с одного удара. Но это на дальние, наверное, какие-то забеги. Как так? Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии.